Налей, пожалуйста, воды. Как ты себя чувствуешь? Плохо. Не мешаю. Это не будуар. Кому можешь мешать? Не скажи. Сейчас загляну в Класпене. Смотрю, какая-то парочка целуется. Безобразие. Почему безобразие? И молоденький. Я даже облизнулся. Ну так что, ты действительно начальник строительства? А что? Так, я за водой. Да, нет, слушай, не исчезай далеко. Поговорить надо. Нет, ты с ним возражаешь? Разумеется. Надолго мы прыгнем? С недельку проверчусь. А ты все веселый. На том держимся. Это ты стоял в параде? Так и думаю. Почему же не вошел? А черт знает, какие тобой инстинкты движутся. Пять раз поднимался по лестнице, туда и обратно. И что? Совсем собрался, тут кто-то вошел. Тут Саша. Я потом по голосу узнал. И что? Струсил? Глупо, Серёжа. Очень глупо. А ты железная. Взял бы и вошел. А ты железная. Стараюсь. А надо быть железной, да? По-моему. А я не знаю. Не стану с тобой спорить. Ну а что ж не позвала, если догадалась? Я сейчас догадалась. Занятно. Ты грозишь мне милицией, а я твой голос слушаю, он такой у тебя твердый стал. Да, правда, черствею с возрастом. Примите в компанию. Ой, Олечка, извини, на минуту. Пожалуйста. Ну так скажи, что действительно начальник строительства. А тебе бы хотелось? Сочинил. Так и думали. Кто же? Да так, разные блуждаю. Эх, Сережа, пора бы бросить якорь. А надо? Человеку полагается с возрастом. Кто же вынес такое постановление? Время. А ты в умные. В умные. Ну как, довольна жизнью? Да. Вполне. Вполне. Всем довольны? Ну, это уж другой вопрос. Нет, многое хочется сделать, очень многое. Хочешь стать академиком? Да. Хочу стать академиком. Что? Академиком быть плохо, да? Нет, академиком быть хорошо. Правда? Рада слышать. Я твои работы читаю. Вот как. Литература интересуешься? И литературу тобой больше. Не нравится? В общем, ты хорошо анализируешь, так аргументируешь точно. А что плохо? А я не специалист. Ну, пожалуйста, выскажись, ради бога. Не бойся, все так привыкли к самой дубинообразной критике, что как-нибудь я это переживу. Привыкла. Ага. Ну да. Указали сивку. Ну а некоторые авторы, да давай, обидчик, даже жаловаться во всякие инстанции бегать. Ну? Глупый автор. Да, писатель. Знаешь, какой народ нежный, чувствительный. Давай, давай. Ну? Ну, вообще, ты хорошо анализируешь. Пишешь твердой рукой, точно. Точно, ты уже говорил, по-моему, да? Точно, да. Mm. Ну, давай. Давай то предлагать, ну-ка, давай. Я ж тебя не осуждаю. Только имей в виду, больше всего ненавижу идеалистов.
не считающихся ни со временем, ни с задачами, ни с обстановкой. Не сердись, Агни. Господи, напиши обо всем ты. Напиши о чем угодно. Скрой, наконец, всем глаза. Изреки истину грешным. Помнишь, как мы с тобой оговаривали каждую статью, каждую мысль, каждое слово? Боялись сфальшивить, как мы ненавидели тех, кто лжет. Мы даже не пытались сдать те работы в печать. Ты действительно следишь за моей скромной литературной деятельностью. Они все появились, когда изменилось время. Да, да. Да, я и обрадовался и за тебя, и за время. А потом... Что потом? А потом в твоих статьях стали появляться не твои мысли. Да откуда ты знаешь, чьи это мысли? Не твои мысли. Возможно, были ошибки. Нет. Но и время производило некоторые колебания. А зачем мне так реагировать? Что, помогаешь времени перестать колебаться? Подожди, тебе не приходило в голову, что я могла измениться за это время? Приходило. Что я намного смотрю не на бабло, не пою. Пришел к убеждению, что не изменилось. Да, понятно. Да, не переменилось, да. Агния. Да что ты? Да. Была Адриану, я ее оставила. Как раз наоборот, была умной, талантливой, все понимала ясно, такая и сейчас, только разве умнее стала? Ну и что, Сережа? Давай переведем разговор с коротких волн на длинные. Попереводи. Ты всегда был веселым, милым парнем. Ну уж и ты извини меня за резкость, из тебя ничего не получилось. А что из меня должно быть? Не притворяйся. Пожалуйста, не притворяйся. Из человека рано или поздно должна получиться личность, если это, конечно, личность. Ты кем работаешь? Хорошо, можешь не говорить, я знаю, все равно собьешь. Так вот я хотела получиться как личность. И в этом ничего плохого нет. Ничего. А ты все веселый. С тобой перестало быть интересно. Понял? Когда только весело, это даже скучно. И давай все точки над «и» поставим. Я тебя никогда не любила. Никогда. Не любила? Нет. Не могу знать. Ну, а Сашу ты любишь? Знаешь что, Сережа? Сейчас, когда нам всем уже за 40, по-моему, это не имеет первостепенного значения. Любишь, любишь. Ты знаешь, кто Саша, я им горда. Угу. Не любишь. Ну, в твоем понимании слова, я, очевидно, никогда никого не любила. Вероятно, я холодная женщина. Нет, это неправда. Ты женщина горячая. Уж одного-то ты человека любила до самозабвения. Да? Интересно, кого? Ваш Козина. Кого? Да. Ты ему записку написал, свидание назначил. Он пришел на это свидание, как явился. Да этот бред, он тебе сказал, чтобы успокоить тебя. Зачем? Да, для записки все пересказал, понимаешь? И так даже помнишь, у меня было это самое. Глаз подбитый, а у меня губа рассечена. Глаз, наверное, не упомнит, а мои губы забыл. О, я знаю. Я тогда пообещался убить и записку тогда отнял. Хранишь так память. Ох, Агни. Чувства-то какие были, а? Я тогда с этой запиской не знал, куда деваться. Залез в подвальный этаж нашего дома, в топке сжег. Еще дядя Миша, истопник, согласно направлению ума того времени, спрашивает, что шпионскую бумажку, что ли, уничтожил. Я говорю, да нет, контрольную написал, двойку получил, родители не хочу расстраивать. Ты представляешь, меня вон КВД достали? Да что ты? Да, какая, спрашивает, контрольная? У вас контрольных не было, мы справляемся. Хотел сказать, девчонка любовную записку написала, да чтобы не подводить, говорю, похабные стихи. Написал, стыдно стало, сжег. Они говорят, милый, на память не помнишь?
мальчишек, знаешь, в голове, как всякой пакости, прошел, чики-чики, точки, приехали на бочке, да, на тележке, и щелкало орешки, ну, знаешь, ну, вот, посмеялись, отпустили. Даю, кричали утки. На пять минут уйди отсюда, Паша. Понимаю и учитываю. Вчера купил журнал с последней твоей статьей. Ну и, конечно, с этим Агапкиным знакомился. Ты знаешь, хорошо, ты чудесно рассказываешь. Ты знаешь, своя рука и правда строительник пишет. Это сейчас как-то знаю. А ты его в порошок, поясниц пишешь, поясниц. В юнец глазами уже отуманенными. У тебя этот молодой человек как бы, ты в молодости. Да уж, если уж по крупному счету говорить, то государству в первую очередь нужны честные люди. А разные там приспособленцы, они ведь как, знаешь, пиявки по огромному нашу государству ползают, едят, грызут. Сколько от них простым людям мучений. Нет, ну, конечно, ты можешь обернуть все слова это. Да, может, там у вас в этих самых, в литературно-критических кругах, понимаешь, не видят, одни небожители, а я по земле шатаюсь, вижу этот черный племя. Ой. Когда ты фальшивые ноты издаешь, на них работаешь, щит против них выставляешь, на них работаешь. Они ведь благоденствуют, жалеют. Когда я твою работу читал, первое время, ты знаешь, просто кричать хотелось. И такого же разговора, как в юности. Вот сейчас мы в этой школе, слышь, в этих стенах, где между нами было все так просто. Что было, то было, и нет ничего. Вдруг любила его одному. Я плакать не стану, я вон не верю. А горе не море пройдет от боли. Чё ж ты так это, не состоялась, Тагния? Кто ж потом не состоялся-то? Лидочка, что ли? Ну, хотя бы, ну, ты уж порядочный человек, во всяком случае, состоявшийся человек. Нет, конечно, ты можешь эти слова все обратить, как обиду на тебя, но ведь ты права была, я... Раньше чересчур веселым был. Я вот цветочки дарил там. Ты целовал. Е. Вот, а тебя именно тогда бы надо бить-то было, понимаешь? Любил сильно. А сейчас? Сейчас? Да. Ты понимаешь, какая штука, понимаешь?